Так, ну что, рабочие будни начались. Маришечка моя готова. Сейчас пойдет покорять вселенную. Пришел с любимой в кино, купил наггетсы, сырный соус. Вот, кормлю ее. Ладно, я не сошел с ума, опаздывает. Колесо пробило. Летит! Я спешила к любимому, меня решили подостановить. Кстати, удивительно, что как только моя машина мне показала, что у меня сдувает колесо, сразу же на дороге организовался шиномонтаж. Вот такие вот чудеса. Короче, моя малышка поцарапала ножку. Здравствуй, шиномонтаж. На самом деле очень интересно наблюдать за всякими мужскими процессами. Мне уже сказали, что всему виной гвоздик. Маленький незаметный гвоздик. Решил, что мне нужно немножко отдохнуть. Смотрите. А это маленький незаметный гвоздик. Был незаметный, оказался заметный. Мне прям на память подарили. Класс, сохраню. Друзья, как вы думаете, мы всю жизнь будем ходить вот с этим дерьмом на лице? Или все-таки когда-нибудь нам позволят это снять? Ой, смотрите на нее, духарная поехала. Ой. Ксю! Сзади! Люблю тебя! Вот это реакция, вот это любовь.